Уже 10-й год в городе Новошахтинске проводятся соревнования среди детских садов с красивым названием «Спортландия». Целью таких соревнований является привлечение детей с раннего возраста к спорту. Очень приятно, что сегодня у нас 8 финалистов. Вот, это уже финальное соревнование. Принимают участие в нашем мероприятии. Очень приятно, что здесь есть родители, которые детей привели, вот, и болеют за них. Это уже говорит о том, что они неравнодушны к здоровому образу жизни самого ребенка. Детям очень нравится этот праздник. И то, что сегодня здесь финалисты, вот такое достойное представительство наших дошкольных учреждений детских, говорит о том, что действительно во всех наших детских дошкольных образовательных учреждениях были проведены достойные соревнования. Для детей это очень важно, дух соперничества, быть здоровыми, красивыми, соревноваться, быть победителями. Хочется пожелать детям здоровья, пожелать успехов нашим преподавателям, тем, кто отдает очень много сил и времени для занятий с детьми. И, конечно же, хочется обратиться к родителям. Детьми нужно заниматься, их нужно закаливать и действительно уделять внимание их физической подготовке и их здоровью. Сегодняшняя «Спортландия» самая массовая за всю свою историю. Впервые в финал прошло такое количество команд. Сейчас здесь соревнуются лучшие из начинающих спортсменов. Сначала соревнования проходили среди поселков города, так называемых зональных этапов. И только победители этих соревнований заслужили честь представлять свой детский сад здесь, в финале. Такая дружеская, теплая атмосфера, которая царит в спортивном зале, такой драйв, такая искренняя радость даже за чужую победу и неподдельное счастье от самого участия не могут не восхищать и не радовать взрослых. И, конечно, не остается незамеченной вся та польза, которую приносит маленьким участникам такие массовые мероприятия. Мы впервые участвуем в данном мероприятии такого масштаба. До этого у нас все проходило более в меньших залах, в детском саду, то есть на уровне таких маленьких организаций. Сегодня здесь очень теплая атмосфера, очень рады за детей мы. Да и сами ребята с удовольствием делятся своим мнением об этапах соревнований, особенно о тех моментах, которые понравились им больше всего. Мне упражнение нравится больше здесь, картошку сажать, потому что она самая легкая. Мне понравилось перепрыгивать через обруч, а так я люблю очень играть в футбол, забиваю голы. Мне понравилось сбивать кегли, сажать картошку. Мне больше понравилось, как наша команда победила, да, что они сделали, забили гол. Всем было очень весело. Особенно товарищам, наблюдавшим со стороны, да и сами участники просто сгорали от нетерпения и не могли ни усидеть, ни устоять на месте. Но помимо положительных эмоций, занятия спортом приносят определенную пользу. И маленькие спортсмены об этом точно знают. Я люблю заниматься спортом. Спорт – это мое любимое занятие, потому что он позволяет мне вырасти здоровым и сильным. Он мой самый любимый. Я должен заниматься спортом, чтобы закаляться. Потому что от него закрепляются силы. Спорт для детей, особенно вот такого возраста, дошкольного, это очень хорошо. Он очень положительно влияет на их физическое состояние, на их дисциплину, на их поведение. Для малышей еще пока не важна победа. Они просто отлично провели время в кругу неравнодушных сверстников и заботливых взрослых. Но жюри все-таки провело отбор, и в результате определились победители. Третье место заняли ребята из детского сада «Золотой петушок». Маленькие спортсмены могут гордиться своей самой сплоченной командой. Так горячо и искренне поздравлять друг друга с победой могут только настоящие друзья. Второе место у детского сада «Подсолнушек» со своей самой общительной командой. И, наконец, на первом месте команда детского сада «Улыбка» из поселка Западный. Именно они показали себя сегодня самыми спортивными. И если бы не было отдачи от руководителей и нашего сплоченного вклада в детей, то не было и результата бы. Возраст 5-6 лет, 6-7, это как раз процесс роста и развития детского организма, когда ребенок еще не может координировать свои движения. И детям очень архисложно владеть своим телом. Но я считаю, что наши дети справились, и мы справились с Марией Александровной с поставленной целью. Ну вот и результат, соответственно, нашего труда, победа в этих соревнованиях.